Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова серия на проекте Родина Реплей, Центральный округ. Заходите играть вместе со мной, мой ник Кирюха Полканов. Можете вводить по ник по регистрации. Прокачать третьего уровня, я получу 250 тысяч. И эти 250 тысяч я могу отдать вам. Также можете вводить мой промокод на шестом уровне. За ним получите также денежку. Поэтому заходите играть, и вся информация есть в описании под видео. И сегодня мы будем, пацаны, тратить бабки. Но будем тратить не верты, а будем тратить именно донатик, потому что у меня есть такая неплохая сумма доната. У меня есть 5737 азакоинов, то есть 5000 доната. И сегодня мы будем тратить эти деньги на новые плюшки, которые добавили в обновление. Потому что я вам только обновление показывал. Вот, получается, новый донат у нас есть. И здесь есть новые автомобили. Это во-первых. Во-вторых, есть новые скины. Я себе хочу скин Моргенштерна купить. Да, вот еще игрушки есть, в принципе, которые мы можем купить. Вот машинка, самолетик. А вот, кстати, насчет игрушки, я не знаю, какую себе приобрести, потому что танк типа такой, вертолетик можно, либо самолетик, ну скорее всего самолетик я себе возьму, я думаю это самый прикольный будет, ну самая прикольная игрушка будет, короче. У меня получается 5000 азакоинов, я пацан только проснулся, поэтому могу немножко тупить, заговариваться, я проснулся буквально ну 15 минут назад, поэтому я надеюсь на ваше понимание. Я вот просто не знаю, если я куплю скин Моргенштерна, у меня этот скин не пропадет, который сейчас со мной, потому что он стоит 10 миллионов, и не хотелось бы его просрать. Поэтому давайте сейчас выйдем на крышу и, в принципе, будем тратить донатик, пацаны. Будем тратить донатик, покупать себе интересные плюшечки. Вот я, честно, хотел бы, знаете, что купить? Я бы хотел купить себе випку платинум. Ой, платинум. Премиум випка, короче. За премиум випку дается, получается, вертолет бесплатно. Эксклюзивный вертолет. Не Маврик, а там другой вертолет. Я вам чуть позже его покажу. И, в принципе, там много плюшек. Но премиум випка, пацаны, стоит, знаете, сколько? 7000 азакоинов. И, конечно же, у меня таких денег нету. Вот так вот, кстати, выглядит вертолет, про который я хотел вам сказать. Вот. Вот этот вертолет, получается, премиум, видите, випки, но он очень классно выглядит на самом-то деле. Бля, ну смотрите, типа, ну знаете, дорого-богато выглядит, типа, ну, вы покупаете премиум випку и в подарок вам дается вертолет, и вы, по идее, можете даже его продать. То есть это реально выгодная тема, как бы випка не дешевая, 7000 азакоинов, это немалая сумма, хотя сейчас X3 Payday 4 и X4, по-моему, донат. Но это не точно насчет доната. X3 Payday точно есть, насчет доната не знаю. Поэтому, пацаны, ну, премиум випка, я считаю, это крутая тема. Я бы хотел бы себе приобрести. Я бы мог, конечно, подождать бы, поднакопить азакоины с помощью, там, админки, с помощью випки. Но это, пацаны, будет очень долго. Это меня займет примерно неделю. Это во-первых. Во-вторых, типа, ну, я хочу себе еще Камри 40-ку купить, там, самолетик. Хотя насчет самолетика не знаю, может, не буду его покупать. Я не знаю, есть ли в нем вообще смысл. Сначала давайте скин попробуем купить. Так, вот скин у нас Моргенштерн. Почему на Моргенштерн? Потому что он лучше всего проработан. Я просто видел эти скины. Вот скин есть Стаса Мейсона. Это, получается, пиар-менеджер Родины. Ну, не только пиар-менеджер, он там много у него должностей. В принципе, Брулев. Ну, Брулев, типа, ну, мне он как ютубер не нравится, я его не смотрю. Реваза, кстати, я смотрю, но что-то он вообще на себя не похож здесь. LG точно нет. Батори я смотрю, кстати. Ну, это так, кому интересно, кого я смотрю. Ну, Мараста вообще не в обиду, но у него скин какой-то очень стрёмный. Делорензи я не хочу, поэтому я возьму Моргенштерна. Добавлен в ваш инвентарь. О, пацаны, все. Я себе купил скин. Так, одежда. Подождите, если я ее одену, то у меня хотя бы мой скин не пропадет. О, все, отлично, пацаны. Теперь у меня этот скин есть и этот. Не, ну, согласитесь, прикольно выглядит. Ну, типа, он такой, знаете, более-менее нормально проработан. Типа, бабочка тут есть, часики, все дела. Поэтому я почему-то именно его скин захотел себе. Типа, он такой прикольный. Не то, что я был его фанат, типа, но просто он такой, знаете, типа, на стиле такой чисто, ну, узнаваемое лицо. Ну, в принципе, там все узнаваемые ютуберы там и так далее. Кстати, блин, Audi RS7 я бы себе, наверное, взял бы. Но давайте сейчас я ее заспавню, и мы подумаем, покупать ее или нет. Типа, я думаю, либо Камрюху брать, либо Audi RS7 новую, в новом кузове.
Вот, пацаны, кстати, Камри 40-ка. Давайте на ней проедемся. Ну, типа, мне она внешне нравится. Понятное дело, то, что прикольная машина. Но там есть Audi R7 новая. И она дешевле стоит. Во-вторых, она, скорее всего, быстрее, чем эта машина в стоке. Поэтому я вот думаю, либо R7 взять новую, либо вот эту Камри взять. Audi R7, она как бы побогаче выглядит. В принципе, едет получше. Поэтому, может, ее все-таки взять. Она, в принципе, дешевле на 500 AZ коинов. Я бы хотел бы себе вот этот Mercedes GLE. Но он, блядь, дорогой. Audi A8 я себе не хочу. Вот либо RS7, либо Toyota Camry. Типа Porsche их сильно дохера на серваке. RS7, по-моему, их не так уж и много. В принципе, ладно, давайте купим лучше вот эту машинку. Все, я ее купил. Так, и что мы еще можем купить? Вот сколько у нас осталось? Короче, скин был разработчика, и его почему-то здесь нету. Его брали, походу. Давайте, короче, купим себе все-таки самолетик. Паем, потом я накоплю и куплю себе, наверное, еще молоток. Хотя я не знаю, зачем он нужен. Тут есть разные аксессуары. Я хотел бы себе воздушный шар, но он очень дорогой. Да, это охуенная тема, по сути. Хотя, в принципе, у меня есть админка, мне этот шар не нужен. Но, бля, это классная тема для обычных игроков, у которых там нет админки. Ты просто достаешь шар, получается, собираешь его и летишь куда нужно, как на вертолете. Вот это реально очень классная тема. Сейчас выйдем на крышу, я вам покажу, как вообще работает самолет. Ну и потом посмотрим нашу Audi RS7 в новом кузове. Так, вот получается, открываем инвентарь. И где-то здесь вот самолетик есть. Мы берем его, перекидываем сюда, потом нажимаем Use. Ну и в принципе можем как бы летать на нем. На нем вроде бы далеко нельзя летать. Сейчас даже давайте посмотрим. Вот, допустим, до рынка попробуем долететь. Чисто, знаете, такая игрушка, знаете, полетать, чисто херней пострадать. Вы видите, далеко даже нельзя отлететь. Как бы 10 секунд дается, чтобы обратно вернуться. Ну, блин, такое себе, знаете, если бы хотя бы можно было бы далеко улетать, было бы круто. Реально, было бы круто, если бы можно было бы далеко улетать. Ну, а так, знаете, такая чистая игрушка, ну, типа, ни о чем. Не особо такая прикольная. Ну, типа, самолетик, я не знаю, почему выбрал. Мне кажется, это самая интересная такая игрушка. Ну, типа, машинка, танк, ну, типа, неинтересно. Она будет только по земле ездить. А на самолетике можно и по земле, и по воздуху, и куда хоть. А Моргенштерн стоит, втыкает, блядь. Дядя, проснись, блядь, ебаный рот, нахуй. Он на парашют даже появился. Ебаный в рот, блядь, этого козел. Казино, нахуй. Полетели просто, ебать. До свидания, нахуй. До свидания просто, ебать. До свидос, нахуй. Я им хуею просто. Опа, нахуй. Ёбаный террорист, блядь. Пошел нахуй отсюда, блядь, террорист, блядь. Вы даже стоите на автобазаре. А, точно, да. Надо на автобазар там тпхнуться, чтобы использовать данный транспорт. Вот наша машинка. Но в белом цвете она попизже, конечно, смотрится. Прям попизже, прям такая пушка, нахуй. В том прикол, то, что я даже не знал, что у RS7 есть, типа, новый кузов. А он, интересно, уже вышел или нет? Хотя, если его есть, скорее всего, уже вышел. Ну, типа, морда, кстати, похожа на Audi TT. Вот, личному мнению, морда похожа на Audi TT. Очень сильно. Жопа, в принципе, похожа на A8, наверное. Ладно, давайте я вам машину, в принципе, покажу, которую добавили в модпак. Бля, может, ты заглушишь Моргенштерн машину, блядь? Я понимаю, у тебя денег дохуя, но у меня нихуя, поэтому... Глуши машину, блядь, охуел, блядь. Чепушила, блядь, ты что, посмотри на него, блядь. Так, давайте я вам покажу машины новые, которые добавили. Вот это Audi A8. Типа, согласитесь, они очень похожи. Ну, типа, по жопе. Бампер другой, и глушители не видно. Но так они очень похожи, типа, ну, прям пиздец похоже. Mazda 6. Кстати, я не знаю, она есть, типа, вообще на... в автосалоне, потому что в донате ее нету. Так, вот еще такая машина Хэллоуин. Обратно блок номер выпал, смотрите. М550. Я балдею. А ну давайте возле игроков проедемся, посмотрим на их реакцию. Еще номера, знаете, такие... Ну, типа, когда видишь такие номера, думаешь, типа, ебать, по-любому его машина, типа, ну, номера, типа, у него такие блатные, ебать, такой козырный пацан. Не, никто на нас внимания не обращает, короче. Там кто-то Оксану зовет, но вам это не слышно будет. Так, ну, вот такая вот машинка Хэллоуин, в принципе, прикольная. Вот такая вот еще машинка есть. Типа, знаете, как этот... Я забыл, как это называется. Типа, как привидение не ловили, помните, такая машина была. Так, 812 ID, Mercedes вот такой вот. Розовый, и розовая окантовка дисков, понимаю. Блин, какая ракета, бля, ебаный рот. Разгон у нее очень даже неплохой. 300 SL. Ебать. Не, ну такая прикольная машинка, знаете, типа, ну, не прям вау, но прикольная такая, знаете, интересная машинка такая. 813 ID, тоже машинка Хэллоуин, гробовозочка такая. Лимузин, нахуй, ебать. Ну реально, она длинная такая, смотрите просто, блин. У нее, наверное, капот только как Mercedes вот этот, что перед этим был. Такая, бля, прям пушечка, ебать. Я балдею, конечно.
Бля, ну прикольная такая тачка. Вот эта тачка мне больше всего нравится из Хэллоуина. Kia, Kia, Kia. Ну, блядь, мне она не нравится, честно. У меня во дворе есть такая машина. Не, ну в жизни она покрасивее, конечно, будет, чем в игре. Ну, необычно зато, пацаны. Sportage, типа, ну, бля, я ее нигде не видел, ни на каком серваке. Ну, в принципе, он не особо быстрый, но вроде бы нормальный такой. Я думаю, не быстрее, чем Маврик, примерно где-то одинаково. Ладно, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я думаю, вам понравилось это видео, потому что, как бы, оно было такое, знаете, насыщенное. Я потратил сегодня 5000 доната, получается, показал вам новые машинки, поэтому я надеюсь, вам видосик понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.